Это я пришел вас уничтожить. Я уже запутался в этих лабиринтах. Это... Где я? Это за кулиси. А, ура! Никто не знает, какие у них последствия. Я ее за 100 рублей купил. Уже нету. Теперь ты будешь ехать за мной. Так. Всем привет, сегодня я буду кушать вот эту... А вообще-то нет. Тут, во-первых, на фоне имеются такие, как сказать, щенки. Также тут полоса препятствий для самого танка, ангар для танка и танк. У танка есть много механизмов, типа у него работают гусеницы, ну, ладно, сейчас все сами увидим. Мне сразу кажется, что он немножко большой. Ну, да, я его когда строил, я немного попутал. Да, он одно колесо больше, чем я. Вообще странно как-то, ну ладно, так, нажимаем на рычажок. Я уже нажал. Не нажал. Да, я нажал. Ладно. Ладно. Все. Че, нормально станет. Ладно. Типа сначала собираются гусеницы, а потом только корпус. Ой. Ладно. А потом корпус присоединяется. Так, я, конечно, где-то застрял между колесами, и ну и ладно. Помогите! Давай, может, давай я лучше перезагружу? Нет, все нормально. Я выберусь. Ой, у него уже гусеницы просто. А ладно, давай. Давай заново ты, да? Давай ты сейчас значит коробку. Набираю фиксацию. Можешь нажимать. Так, все. Давай я нажимаю один раз. Хотя я бы нажал бы 10, ну ладно. Так, у него сначала собирается гусеницы, а потом опускается сам корпус. Чтобы не было каши-малаши, как это бывает обычно. То гусеницы не успевают нормально собраться и уже все. Да, ну уже летающая штуковина получается. А где вход? Кстати, вот видишь, вот тут рычаг есть небольшой. Так, нажимаем на рычажок, открывается люк. Давайте он вот так открывается, хоп, их двое. Тут имеется кресло для того, кто сидит впереди. Не надо для чего эта кнопка, ведь она ничего не делает. Да, тут кнопка это самоуничтожение. Вот это, да? Да, лучше ее не нажимать. Ладно, я ее нажму попозже. Первое лицо мы смотрим какую-то трубку. Так, начнем ездить. На EQ можно управлять гусеницами. Так, это ладно. Вперед. На А и Д. А, Д. Так, сейчас я постараюсь развернуться. Только вот у тебя управление по поворотам и задом наоборот. Немного. Или нет, нормально. Ладно, сейчас на полосу препятствий заезжаю. Так, полоса. Ладно, давай. Ты ж танк. Ты должен ехать. Вот, блин, танк. Давай. Ёлку удалите, пожалуйста. Вроде большое, проехать не может. Давай он наверх. Что-то с пингом. А не с пингом что-то. Не, у меня он просто всегда заезжает. Да? Сейчас он какой-то очень медленный. Ты его тогда сделай побыстрее, если он медленный. Вполне логично. Ой, блин, как же мне не нравится, когда что-то застревает. Да. О, зато я заехал в ангар. Хотя бы что-то давай, нормальное. Давай сейчас. С разгона, давай. Заезжай. Это был не пинг, это была моя тупость. Так, сейчас я отъезжаю назад тогда. Ну, вроде бы. Блин, как же прикольно такими танками управлять, типа такой огромная машина, и ты за ней хоп, прям как какой-то игре. Так, смотри, на да, Y у нас. А я разберусь. На EQ у нас управлять башней, вроде бы. EQ это у нас вообще-то гусеницы. Ну тогда-то Y. Так, Y. Y крутит башню в одну сторону, Т в другую. Также она у него, по идее, должна подниматься, опускаться пушка, потому что она немножко низко стоит. За X. На ZX можно поднимать и опускать пушку. И можно... Стой там, стой, Ахроплакс! Стоять, не двигайся! Назад, 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 назад иди, туда, где пушка, иди туда. Ну и ладно. Ну, на букву H у нас гарпун, который взрывает. Ну, мы его когда-то были ты. А, ну да, на стриме, наверное. Да, на стриме. Такой большой, а пушка слабая. Ну и ладно. Так, сейчас я подниму его дуло, я уже забыл как это. Так, на H. А что такое H, я вообще не знаю. Английскую H. Так, Ахробок, стой, стой на месте. Опустись, да что такое? Вниз иди, все, там стой. Ну куда ты улетел? Давай сюда, сюда. Я только гарпуном стрельну. Давай я сейчас буду как мишень. Ну давай, если хочешь, можешь влезть. Вась, давай. Закрой за собой люк. Там можно было на пушку встать. Готов? Да. Все, тебя поймал. Теперь ты будешь ехать за мной всю жизнь. И да, жизнь. Кстати, во время этого игрок, если вы игрока в нем стрельнуть, он не сможет двигаться. Вот я сейчас не могу. А она, наверное, динамита. Блин, это крутая троллинг машина, чтобы троллить, друзья. Нет, я тебя спасу. Живи, нет. Умер. Ладно. О, я твою кепку поймал зато. Отдай. Мое. Я ее за 100 рублей купил. Уже нету. Она уже исчезла. Так, ладно, я сейчас приеду на базу тогда. Огонь из пушки, поймать Ахроблакса.
Ой, блин. Нет, стой там, жди. Я тебя спасать. А чё аж больше не работает-то? А, ты уже прицепился, походу. А, я понял, сейчас много раз нажму. Только аккуратно, а то если попасть немного по земле, ай, такое случается. Ой, блин, вот это да? Ты про это говорил? А, стой да. На месте, Ахробокс. Блин, у меня гусеницы отвалились. Все отвалилось. Пушка поднялась наверх. Посмотри на меня, тебе какой-то ПТСАУ. Или арта. Зенитная техника. Я арта нового поколения. Ай, да что такое? Теперь я могу перемещаться, только используя гарпун. Нереально, я арта какая-то уже. А, шаурму. Ну все, это уже не танк. Это уже... Так, ладно. Тогда давай дальше. Дом? Домик, да. ПВП. Ай, тут пещера. Мои блоки, входите. О, сюда что ли надо? Да, заходишь. Ты меня закрыл, знаешь? А, ой. Вот тут у нас есть дырка. Как сказать? Пещера, в которую мы заходим. О, тут грибы растут, а их съесть можно? Не советую. Никто не знает, какие у них последствия. Да. Внизу такой крутой обрыв, которого, конечно, много людей упало и утонул. Чайно, ну что поделать. Давай. Мне так вдруг и не стало сейчас. Давай я попробую вниз прыгнуть. Осторожно, на лодке. Вот я комнату закрыл. Ладно, я на лодке поеду туда. Лодка Потапыч первый. Где? Ух, не прыгай. Кто еще нам будет контент пилить? Не понял, что? Не прыгай, ух. Кто нам будет видео делать? К сожалению, я так на этот вопрос. Где я? Это за кулиси. Ай, ура! Так, что тут внизу? Тут везде какие-то кубики воды. А, это как будто вода. Да, вода, которая твердая. Так, ладно, я выбираюсь отсюда. Давай я начну тогда с этого мостика. Давай начнем вот отсюда. Тут кто-то свалил дерево, чтобы никто отсюда не ходил. Потому что им не нравится, что тут кто-то ходит, наверное. Тут есть палатка, тут есть дерево, тут есть мост, который сломан, но не сломан. Ну да. Да. Ладно, давай дальше пробежимся по дороге. Только с сверхзвуковой скоростью. Бррр. Тут дорога, мост с дорогой, и все это ведет в дом. Вот сам дом. У него тут есть огромный проход. А, понимаю. Дверь не открывается, через нее надо проходить. Тут есть молоток и еще какая-то штука. Также тут есть много ящиков. В них, наверное, хранится шаурма или пельмень. А я вот делал, чтобы двери открывались, но потом всегда приходил какой-то плохой человек, открывал их, и они просто, поэтому мне пришлось двери так делать. Эх, вот это называется, когда нет приват. Реально там бесит все люди. Так, тут коробки с инструментами, наверное. О, свет можно хотя бы включить. Тут есть дверь, в которой очень много различных ящиков. Также есть еще одна дверь и еще одна дверь. Наверное, зайдем сначала в первую дверь. В первой двери еще одна дверь, в которой еще одна дверь. В той двери еще одна дверь, и я в доме. Круто. Пройдем через эти многочисленные двери и зайдем в другую дверь. А это комната для видео всех. Так, тут снимают видос. Давайте я буду снимать тут видос. Так, нажимаем на камеру, садимся. Всем привет, сегодня я буду пить кофе и вот эту кока-колу, наверное. Или что это такое? Кока-кола или бутылка, не знаю чего. Да, я тоже не знаю. Садимся вот так, а мне уже места нет, ну и ладно. А ладно, так, нажимаем на камеру. Уберите этот блок, пожалуйста. Удалите, удалите. Всем привет, сегодня я буду кушать вот эту всякую еду. И зачем-то перед моим лицом поставили этот некрасивый блок. Конец. Крутая запись получилась. Удали. А что-то он нас слышит. Ты чё? Вот есть кнопка. Еще одна кнопка. Что он делает? А, это свет, который вон там. Типа вот, ничего не видно. Включаешь красный, так красиво выглядит. Тут снова лабиринтные двери. И тут первый этаж. Круглый проход. И тут кухня. Или что это? Это у нас гостиная. Кухня у нас вот тут слева от меня. А, тут собираются 7 человек. Ой, это что за грабитель? Грабитель! Помогите! Застраиваем блоками все! Он грабитель, 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 грабитель! Прячемся, прячемся! Нас все сожрет туда же. Закрываем двери, давайте, 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 давайте! Бежать! Давайте кухню хотя бы так. Так, в гостиной имеется 7 таких тарелок. Также есть полки, наверное, с едой, но... А, нет, это одежда. Как это... Да. Как пластик-то кто есть? Тут есть еще одна дверь, которая ведет в маленький кинотеатр. Включается красивый свет, и можно смотреть на огромный телевизор. Также... Ладно, тут все в блоках. Пойдемте в эту дверь. То есть на второй этаж. Закрыто, закрыто, не входить. Не, сюда можно. Я вот вас пропускаю. Открою вам двери, да. Так, тут у нас имеется крутой компьютер. А, грабитель, как он сюда попал. Что? Грабитель слишком мал. Но ты мал. Я тебя съем. Куда под кровать залез? А ну-ка. Ну, тут у нас такие еще хорошие, прикольные люстры. Да, кстати.
довольно круглые. Тут у нас вещи, компьютер и очень много различных клавиш. Даже все светится. Он даже зачем туда залез? Что он пишет? А, так, тут тоже включается свет, наверное. Ладно, если тут закрыто, то мы... Ой, а что тут даже закрыто? Так, тут есть еще одна комната. А, я же в ней только что был, да? А, вот тут есть бассейн с подсветкой. Также тут есть такая комната. Тут тоже есть компьютер крутой. Тут есть булка хлеба, кровать, вещи. Ну, понятно, даже что-то тут лежит. Так, ну, бассейн светится тоже. Наверное, в ночном режиме сейчас попробую посмотреть. Так, все, я отремонтировал комнату. Хоп-хоп-хоп, прикольно, он светится. Ладно, я тут уже все посмотрел. Куда идем? Ну, тут еще есть одна комната, которую я сейчас отремонтировал. Так. Она выглядит, по сути, вот так. У нас тут есть вещи, огромный трехэкранный компьютер и, ну, тут лежат, наверное. Ладно, пойдем вот тут через окно. А, не так, ну ладно. Куда теперь идем? Ну, еще на первом этаже ты вот не посмотрел кухню, ты ее пропустил. Где? Ну, тут под блоками. А, это уже мои блоки. Так, на кухне у нас открытый холодильник, где уже почти ничего нету. Он открывается. А, закрывается? Кажется, кто-то его уже открыл, все съел. Полочки, может, тоже открываются? Нет, тоже я не вижу. А, тут тоже есть еда, тыквы. Тут тоже везде еда, и все. Это был весь домик. Так, где тут выход? Такой был большой домик. Выход вот тут. М? Выход вот тут, и тут еще работает этот. А что? Звонок. Замок? Не, это звонок. Ну, чтобы... Я уже запутался в этих лабиринтах. Большой дом. Вот тут. А, так это и есть дверь. Вот, тут работает вот эта кнопочка. Так, зайди в дом. Типа ты обычный житель дома. Тук-тук. Кто там? Это я. Пришел вас уничтожить. Здрасте. Подарок хотите? Какой? Выходите, у нас особая доставка. Так. Кстати, эта доставка мне не очень нравится. В смысле? Какая-то она, знаете, большая. А, нормально. Жди. Какая-то тут погодка, знаете, кажется, что будет какой-то дождик. Да, он как раз-таки и будет. Горящая вечеринка. Лавовый дождь. Ладно, идем.